Сгибание рук в тренажере сидя. Данное упражнение направлено на проработку двуглавой мышцы плеча, то есть бицепса. Перед началом движения регулируйте скамеечку по высоте. Руки фиксируйте на скамье таким образом, чтобы ось нагрузки проходила через локтевой сустав. Беретесь за рукоятки и из исходного положения сгибаете руки в локтях, делаете выдох, возвращаете их в исходное положение, делаете вдох.